Татары – народ щедрый и в гости с пустыми руками не ходят. И этот визит не исключение. Гости из Казани долго готовили для астраханских зрителей солянку по-татарски. В нее вошли такие ингредиенты, как популярные композиции, оригинальные наряды, искрометные номера. Порадовать земляков выступлением и добавить свою долю ингредиентов в татарскую солянку пришел и астраханский ансамбль «Заман». Звездные кулинары, среди которых артисты Татарстана Лисан Гимаева, Ленар Сайфиев, Ильназ Бах, Иркя и другие, угостили всех желающих творческим блюдом на сцене музыкального театра. Я очень, конечно, рад, что приехали наши гости, все довольно-таки. Мы очень сильно их ждали, с нетерпением. Вот как концерт вроде уже начался, но я думаю, все пройдет отлично, всем все понравится. Пожалуйста, приходите уж в следующий раз, мы всех ждем всегда. Пока артисты готовились к выходу, задорный ведущий Айрат Ильязов поддерживал общение с залом. Его веселые конкурсы и искрометный юмор не давали скучать никому. Зрители с наслаждением слушали песни на родном для них языке и подпевали любимым артистам. Очень хорошо, очень позитивный зритель, честно говоря. В Казани таких зрителей даже уже давно мы не ощущали такой энергетики. Такой теплый зритель, такой прям, ну я в восторге, честно говоря. Некоторые артисты уже не в первый раз приезжают к нам, но волнение, как признаются, испытывают всегда. Волнение, конечно, каждый раз есть, несмотря на то, что мы даже если за пределами Татарстана или в пределах Татарстана, это каждый раз как на экзамен, как будто мы приходим на экзамен, выступаем перед зрителями, это все равно каждый раз волнение есть. Сочетание теплой погоды в декабре, дождя и наряженных елок по городу приятно удивило наших гостей. Мы приехали из Казани, конечно, у нас там зима, снег идет, все везде уже как бы замерзло, минусовая температура, а у вас тут дождик, осень все еще. Ну, очень понравилось, есть такие даже места, которые схожи с Казанью. По окончанию концерта казанские звезды продолжили свое выступление в одном из ночных клубов. Восхищенные зрители получили максимум эстетического наслаждения, а артисты пообещали приехать снова и приготовить уже новое блюдо. Эльвира Абдулова, Александр Хандохин. Хорошие новости.